Смотрите, обе роли, которые мы упомянули, значит, Велма из Чикаго и вот проститутка из «Доброго человека», это, в общем, женщины такие неоднозначные и порочные. Вот когда актриса играет такие роли, это как-то вот может на характер повлиять? Допустим, вот, допустим, смотрите, Велма, она мужеубийца. Вот вы могли бы, я не про вашего бывшего супруга, а в принципе, вот про супруга, вот про человека, сказать, убить. Даже. Можете, да? Вот что должен сделать мужчина, чтобы его женщина убила? Если это не деньги, если это не корысть, вот как вы считаете? Вот так, не знаю, мне кажется, что это, возможно, это какие-то бывают вот такие просто эмоциональные... Убила бы тебя. Вот что-то такое. Вот. Но на самом деле, мне кажется, что я... Ну, я не буду зарекаться, но, по-моему, я не очень способна на убийство. Но потом как-то у нас не принято сейчас. Убивать-то? Ну, да. Ну, как-то тогда, раньше, вот несколько веков назад, это было вполне себе ничего себе и нормально. И, ну, устранило немножечко. Ну, это радикальный способ решения проблемы. Говорят, что иногда это лучше, чем разводиться. Ну, я не знаю, смотря какое наследство остается после. Ну, мне очень нравится, что в Чикаго там никому ни за что не стыдно. Там есть прекрасный вот этот вот селблок танго, тюремная танго, где каждая сидящая женщина рассказывает о том, как она убила своего мужа. Вот. В общем, оказывается, что все там это делают. Никому не жалко, все хорошо. Вот главное, чтобы всех отпустили. Вот. И еще, чтобы все стали звездами после этого. Вот все проблемы. Мне кажется, это очень свежо и, в общем, в ногу со временем. Это, понятно, по-моему, в тренде, как это принято говорить. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».